Это же программа долгая. И мы либо сейчас должны в первоочередном порядке все дома, которые газифицированы, включать в региональную программу в первоочередном порядке, ну, либо можно пойти другим путем. И я бы сказал, что на самом деле это может быть даже вернее этот путь. За счет средств федерального и частично региональных бюджетов провести вот эту модернизацию для того, чтобы решить эту проблему быстро и эффективно.